Друзья, всем большой привет, всем здрасте. У нас время 11:41. И буквально через 19 минут, даже не буквально, а точно через 19 минут мы начинаем наше первое представление. Я, ребята, не готовился, не снимал ничего, на квадрокоптере не летал. И я не знаю, сколько сейчас зрителей в зале находится. Вот, мы с Боней отличное время утром провели. Ну, в принципе, и проводим, как вы видите, она в настроении. Сегодня два представления нам предстоит отработать. В 12:00 и в 16:00. Кстати, рубрика «Мобильный репортер», ребят, без сопровождения музыкального, без всего. Вот такой вот ролик одним дублем. Когда нету времени, нет времени мне, я снимаю для вас в таком формате. Вот. Ну, многие, кстати, нравятся. Судя по просмотрам, такой контент заходит. Так вот, что примечательно, почему я не стал ничего сегодня готовить, там, никаких полетов и всего остального. Я утром разминался, просто так, знаете, как зарядку делал, пришел, начал жонглировать. Боня за мной наблюдала, и я шортс даже снял, она взяла мяч и начала им жонглировать. Я такого, ребят, не видел. В принципе, обезьяны не умеют жонглировать. То есть это такая, ну, как бы, ну, сложная очень история, чтобы обезьяну научить именно там какие-то предметы, чтобы она сама себе бросала. Так, так-то она ловить может, а что-то такое делать, сама себе бросала, ну, орехом подавилась. Ну, правильно, полный рот ореха, это я угостил, ребят. В общем, совершенно удивительная история, совершенно удивительная, и может быть, это получится. Ну, что такое-то? Иди сюда, иди. Может быть, получится ее чему-нибудь научить из жонглирования. Вот, готовимся к выступлению. Как я уже сказал, совсем скоро наш первый выход будет в Карагандинском цирке. Заканчиваем мы первое отделение. Ну, как бы это ответственное тоже такое место. То есть ставим точку, так сказать, в первом отделении. Бонька, нет там никого. Рядом у нас соседи. Соседи, значит, лошади, вот, и еще, где же, как я говорил, концертный зал, вот, и много людей, которые отношения к цирку не имеют и проявляют интерес постоянно к Боне, то есть хотят посмотреть, подглядывают и так далее. Пришлось нам, ребята, вот такую защелку поставить, чтобы случайно никто не зашел. Так что... Случайно Боня никого не встретил. Да, то... Не ровен час, как говорится, подзатыльник она отвесит только так. Ну что там, как настроение у тебя? Рабочее? Да что ты будешь делать? Попей водичек. Забегалась, что ли? Таракан. Нет, она горсть. Да это я ей давал, да, орех много. Орехов. И я когда с ней что-то игрался. Полетела куда-то обезьяна у нас. Да? Боня контролирует, какой костюм? Боня контролирует, что будет сейчас она одевать. Таракан, иди сюда, я тебе водички дам. Иди сюда. Да. Иди скорее, иди. Подожди. Это аккуратно. Твой грим. Попей. Еще будешь? Давай, ну садись ровно, мне так неудобно. На, стой. Стой. Запей. Так, друзья, приходится одной рукой все это делать. Не обессудьте. Какие будешь башмаки одевать? С этими камнями, с этими? Я еще не гримировался, надо поспешить уже. Ну да. Вот у тебя блестка. Посмотрите обязательно видео. Мы вчера проводили генеральную репетицию. Будем работать под оркестр. Мы давно не выступали под оркестр. Здесь отличные музыканты. Просто превосходные. Вот, спасибо большое им за работу, мы уже в предвкушении. Но звук, конечно же, совершенно другой, когда фонограмма и когда оркестр, это совсем другой уровень. Вот. И, к сожалению, в России все меньше и меньше цирков остается, где присутствует оркестр. Кстати, да что ты будешь делать? Ну ты вообще тетка. Ну что ты там все кашляешь-то, а? Что так кашляешь? Даже в дыхалку попало... Ну так вот, друзья, не бегайте с орехами во рту. Да. Вообще будете как Боня. Поперхнетесь. Вот. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, не буду затягивать видео.
там много чего интересного. И кто хочет нас поддержать, обязательно заходите на нашу страницу в Boosty. Вот. Там видео выходит в первую очередь. Вон, понеслась. Сейчас опять. А, кстати, хотел еще сказать. Видите, я Бойню специально тут навязываю всякие веревочки, потому что она рвет, зараза эта волосатая, рвет гамак. Я уже не знаю, какой это по счету гамак. Я только ухожу, она на нитке все разбирает. Вот, я ей специально навязываю, видите, узлы. И она изнутри, значит, вольера. Так, фу, мыло не есть. Это что такое за безобразие? Вот, она, в общем, развязывает эти веревочки и как бы... Немного занято, видите, урок жонглирования от дома. Все, всех обнимаю, друзья, до скорого включения, а мы пойдем готовиться к нашему представлению.